Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кисмугабуга, Курикс, Госдума, Гусанёк, ОЛТВ, King and Fire, Сергей Тайм. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем ку. Здравствуйте. Всем привет. Всем нравится ролик, когда Соник в лабиринте с порталами охраняет оружие. Сегодня будет необычный ролик, так как я буду играть за Соника и мочить пацанов. Показываю, что порталы ведут к вышке. На вышке лежит оружие, которое пацаны должны взять и попытаться меня замочить. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Вова всех стоит, ждет нас. Да, я жду вас. Пойдем. Че, боишься? Сышь? Ты некрасивый. Ну давай, 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 иди сюда. Щенок! Блин, ребята, классно. С вас обязательно лайкосик, если хотите еще увидеть ролики, когда играешь за Соника. А что это за звук? Ты не заметил, что там пропало оружие? Там мой Санек побежал. Эй! Давай, сиштайм. Ну. Или... Нет, иди. Ай! Не успел, пацаны, попытка хорош. Блин, это не ма. Нет, не смог. Как они пытаются обратить, у них ничего не получается. Так надо назад отойти. Оп, посмотрите, я вот так встану, все, не попадает по мне. Кошмар за меня заметает. Ай, больно! Есть замочек! Блин, я сделал ошибку! Я пропустил пацану, блин! Ну ничего, это первый раунд, когда оружие еще совсем слабое. В следующем раунде будет оружие помощнее. Есть. Бежим. Нет. Да блин, а я понял, что за Соника тяжело играть. А ты как думал? Там кипят фуфар жив. Ой, когда в невидимости, смотрите, как это все со стороны выглядит, круто. Так. А по мне это что? Теперь у меня есть камера, которую я могу чекать, что происходит на вышке. Так, хорошо. Там за камеру поставился. Надо сбивать камеру. А сколько невидимость действует вообще? Она бесконечна. Сбейте камеру. Блин, да что я сделал? Ладно, надо бежать, надо быстрее бежать. Он в порталы заходит. Вышки. Он в вышке? Да, внутри. Нет, фонарик посветите. Фонарик не посветил, он тут был. Блин, отлично! Хорошая тактика, мне нравится. Ой. Давай. Есть. Эти тут подсветки. Моя цель максимально быстро и много раз их замочить. Че, он в портал зашел? А, он идет. Я играю по-умному, пацаны. Опачки, стоять! Мочи. Он застрял! Он еще. Ну King of Fire. А как я тебя убью? Все, тимфрейк. Все, ты умер? Да! Да, он в трупе застрял. Раунд номер 2, у меня 4000 жизни. Сейчас я буду более аккуратнее играть. До этого я за Соника ни разу не играл, поэтому мне как-то сложновато. Ну что, гусанечек, а вот теперь, ну? Кто не сыт? Ну да, это пробегайте, не знаю как-нибудь. Как-нибудь пробегайте? А что ты мне сделаешь? Какая-то... Да ты забрал, да как ты это делаешь? Ну ничего, когда оружие у одного, ничего страшного. Да как? Да что за бред, да как вы это делаете, блин? Надо бежать! Он ушел. А теперь открываю охоту на пацанов. И играю очень осторожно. Нету его там. Да он подсматривает. Гусанёчек, ну стоять, иди сюда. Ну блин, ну нет, не иди сюда. Портал зашел красный вроде. Портал. О, сзади вышки. Стоять. Есть, отлично. Ай, что ж так жизни быстро тратятся. Блин, надо валить. Все, не выпусти. Он здесь бегает, вот он. Убежал по лабиринту куда-то. О, давай, ты чё такой сильный игрок? Скажи мне, пожалуйста. Ты чё так мочишь меня? Вон он, залив... Стоять! Ты должен слиться! Да что ж я так долго убиваю? Анимация длительная очень! Лови его, лови партизана. Где он? В лабиринте. Я зашкерился. Сейчас мы их найдем. Ого! У меня чуечка, что он на спаун сейчас уйдет. Да эти анимации, они длительные очень! Гусанёчек, ты понимаешь, что так не должно продолжаться долго, ты должен слиться. Саня, я иду на помощь. Я тоже иду. И гусаньку уже никто не поможет.
Есть! Ого, пули летят со всех сторон. Вы не попадаете, понимаете? Это все классно, но меткость хромает у вас немножко. Да ты под водой ножки где-то. Ну конечно. А я сейчас найду тебя. Я жду, когда кто-то из вас залезет в воду. А я узнал. А вот я. На острове накрыться, скорее всего. Да, угадал. Где он? Так, я вижу источник выстрелов. Вот он у острова. Не видел. Вот это охота за мной ведется, жесточайшая просто. Уйди. Есть. Вот он. Так, быстрее, под воду опускайся, голова, блин, синяя, солнечная. Так, быстрее, быстрее, быстрее валим. Что меня дамажит? Быстрее, 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 анимация. На вышке все-таки? Да блин! А, у меня жизни мало! Очень мало жизни. Так, хорошо. Блин, как же это круто. 25 хп. Представляете, насколько вообще у меня жизни мало? Через невидимость! Раунд номер 3. У меня 8000 хп и много разного оружия, которое очень быстро вынесет мне жизни. Я должен быть очень осторожным. Давай, Саня, пожертвуй, и ты пойдешь. Да. Нет, нет, лучше вы пожертвуйте, я пройду, я знаю как. Я выхватил тактику. Подсаживай, подсаживай. Труп, да ну что вы сделали, дурачки? Нет, нет, все правильно. Один все-таки проник, да? Ну ничего, это еще не результат. Блин, а вы как-то научились, все-таки вы опытные стали. Я пролез, я... Молодец. Пацаны, вы подсаживаетесь просто и все. Ну, кто еще не сы, давай. Я не туда. Слышь, Дума, давай, я этот, пройду. Так, так назад надо немножко. Давай, сядь, Дума. Сядь, на корточке сядь. Эй, слышь ты! Проходи, давай, 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 проходи, проходи, проходи. А у меня жизни много, он много не вынесет мне. Да ё-моё. Ха-ха-ха, классяк! Всё. Нет, не получилось. Нет, я застрял. Ха-ха-ха, в этом и есть смысл. Промахнулся, я вовремя отскочил. Походи, походи. А, ты что, оружие там всё на планете взял, что ли? А-а-а. Пусай, пожертвуй тобой. Держите его. Нет, они проникли. Я его вытолкнул. Надо бежать. Да блин, отвали. Где он? Так. Сзади бег. Сзади. Вот это на меня снаряды летят. От его забрасывают просто всем, что можно. Есть. Все, невидимость ушел, все, не прикрыл. Отлично. Тратьте патроны. Ого, у меня уже 3000 жизни от 8 осталось. Что за бред? Чекайте, пожалуйста. А, патроны что бесконечные, это точно. Так, надо валить далеко-далеко. Я знаю, кто он пойдет. Он в воду опять пойдет, наверное. Да не, он прет. Молодцы. Ой. Хорошо играете. Спасибо, что вы больше приехали на мастер. Да извини, брат. А вот эти пушки, это, конечно, вообще читерская тема такая. Я не понимаю, как от них выживать и уклоняться. Хотел как лучше, получилось как всегда. Ты наблюдаешь где-то? Вон. Дима, ты где спрятался? Вон там висел какой-то на спавне. Да я... Это за косячки. Ого, что там за... А потолок кто-то пушками бьет. Ага. Я сейчас смотрю просто по дальней камере, и я себя не вижу. И это очень хорошо. Так, идут, я вижу. Ага. Ого, что там за кот дикий кидается? Штуковинами своими. Опа, меня что? Видно, значит. Да. Кстати, можешь сказать свои последние слова, я иду по бортику к тебе. 3, 2, пожертвую собой, но я кота должен замочить. Не смей. Смею. Он снизу. Прят, он блефует. За меня Госдума встанет. Браткот. Вот это жесть, как они хотят меня замочить. Ну ничего. Я буду шкериться так пос... Ой. Блин, ЛТВ, ты меня уже наизусть знаешь, молодец. Да пацаны, я вообще не там, что вы делаете. Себя сейчас только замочите. Лучше бы по воде стреляли. Это тоже блеф. Так.
Быстренько продвигаемся, меняем дислокацию. Потому что то, что я сейчас делаю, это очень опасно. Он может сейчас будет на вышку заходить. Да, есть такое. Когда-нибудь у тебя видимость кончится, Дим. А она вечная. Врет, как Миша. Да блин, дайте вышку зайти. Вы что, психи, что ли? Нет, нельзя. Все еще врет. Так, раз тут никого нету, а вас тут двое. Рискнем, рискнем. Это про нас. Я застрял! Да блин, я упал! Хоть от него успею замочить! Я псих! Я просто псих! Ай-яй-яй! Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока! Всем пока!